Леонид Марголин. Родион Марченко. Борис Львович. А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый луки лист зацепит за луну. Все сначала на влажных берегах разбить свои шатры, валяться на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи. От дверей, и может быть тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить остаток дней. Вот одна из моих печалей в жизни, что так я и не повстречался с Юрием Висбором, хотя как-то мы летели в самолете вместе, но я об этом не знал, и он тем более. Вот. Потом, после концерта, я хотел попасть на эту, где все собирались, и все было закрыто, я не попал. Вот. А еще, конечно, хотелось бы сходить с ним в баню. Но тоже не получилось. Я, знаете, сейчас иногда смотрю на человека так вот и думаю, я бы с ним в баню не пошел. Иногда наоборот, так, ну, какая-то такая песня называется «Воскресенье». Он сойдет на безлюдный перрон, на прощание кивнув проводницу. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед и пока не светает. Никто на планете не знает, где он нынче гостит и живет. В стылой бане затопим мы печь и, болтая, налепим пельмени. И земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес за лесом поле, падает снег на озерную гладь. И слышен звон колоколен, и воскресенье, и благодать. И от белых березовых дров станет каменка жаром томиться. И попробуй поверь, что не снится мне спокойная вязь его слов. Как же вышло, что не довелось, мы ни разу вот так не сидели. Сегодня все вдруг удалось, и подойдут наши пельмени. Он все расспросит, кто до чего, а со двора
Как в психушке примерить рубашку, два стакана и двери нараспашку, и опять воскресенье ждать. И загнали лес, залез в поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье, и благодать. И загнали лес, залез в поле, Леонид Маргой.